Какие банкноты чаще всего подделывают фальшивомонетчики и что делать, если вы обнаружили сомнительную денежную купюру, рассказывает заместитель управляющего отделением Банка России Национальным банком по Республике Адыгея Ирина Одинцова. За первый квартал 2022 года в Республике Адыгеи банки выявили 12 поддельных банкнот. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. По-прежнему фальшивомонетчики чаще подделывают банкноты крупных номиналов, в основном 5000-ные купюры. Если при расчетах наличными деньгами у вас возникли сомнения в подлинности банкноты, то не стоит рисковать и пытаться ею расплатиться за товары или услуги. За сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность. В случае возникновения малейших подозрений в подлинности следует обратиться в любой банк для проверки. Это абсолютно бесплатная процедура. Признаки подлинности российских денег можно также посмотреть в разделе «Наличное денежное обращение» на сайте Банка России. Также помогут вам определить фальшивку подсказки из приложения «Банкноты Банка России», которое можно бесплатно скачать в магазинах App Store и Google Play. Приложение самостоятельно не определит фальшивку, но даст необходимую информацию о признаках подлинности банкноты.